Хай, дорогие друзья, всем здорово, сам по-прежнему так, с нами сегодня Мейсон, и еще у меня на балансе 6400 голды. Здорово, Мейсон, здорово, пацаны. Йоу, сап, ребята, всем привет. Так вот, мы-то все с вами здесь сидим, а вот сейчас 6400 голды от нас уйдут, и знаете, куда они уйдут? На покупку, как я и обещал, нет. Не керамбит голд. Мы набрали 10 тысяч лайков, даже больше, 12 или 13, или даже 15, уже на том видосе, где я сказал, что надо набрать 10, чтобы я купил. Я думаю, следующий этап это будет... Керамбит голд. Не накопил я еще денег, реально. Но сегодня мы это сделаем. Немножко голды, может быть, у нас получится нафармить. Но, тем не менее, кстати, цена на VM Sport 2 сейчас только что повысилась на 10 тысяч. Ну, она была 9, она упала, но сейчас вернулась. Повышается. На одну голду упала. Ну, а мы сегодня здесь за тем, чтобы купить USP Genesis. Один из самых дорогих скинов, которые есть в игре. И мы его тоже обязаны купить. Потом у нас, может быть, будет Treasure Hunter, но на самом деле я все-таки третьим... Он не такой редкий, знаешь. Третьим куплю Керамбит Голд, даже запишу видос, где я поставлю запрос хотя бы на 30 тысяч голды, и может кто-то мне продаст за 30. За 44 покупать, это просто жесть. 44 это прям вообще много, просто жесть. Это реально жесть, ребята, потому что я помню, как он стоил 19 совсем пару месяцев назад вот. Так, ну где-то так, да, ведь Мейсон стоил? Так, да, он стоил вообще, он как-то 18 стоил, да, даже ну меньше вот. Стоил, понимаешь? Это ладно, парни, жесть. Давайте выберем, у кого купить USP Genesis. Смотрите, у нас есть несколько вариантов, как бы не сильно так, отличаются три голды. Да. И, наверное, мы возьмем у чувака... Вот у нас 6400, так, будем выбирать с русским кого? Флагом, может, подороже купим, а вот это у этого ну, парня. Не знаю, не знаю, голду так тратить, я у не знаю. У белки, может. Может, у первого. Может, у кошечки? Какой у кошечки или у русского это флага? Кошечка? Ладно, поскольку нас смотрят парни из других стран, то купить, давайте да? купим у кошечки, чтобы был кругом мира и любовь вообще во всех странах. Поэтому подтверждаем 6 косарей, у нас куплен. Ровно за 6 тысяч. Да, USP Genesis, кстати, я даже его не осмотрел, но сейчас я его осмотрю в своем инвентаре. Да, специально в инвентаре, вон он справа. Так, вижу, применить. Нажимаем, нажимаем осмотреть. И вот это чудо за 6 тысяч голды, ребята. Это 5 тысяч рублей, по сути. Да, я тебе предлагаю сейчас сделать дуэль. На юспах. Вот прям сейчас? Прям да, сейчас? Да, погнали. Да. Погнали, тогда ставка моя 400 голды оставшиеся. Окей. Давай, запускаем карту. Окей, тогда, ладно, тоже, прямо да. сейчас запускаю. Все, смотри, 400 создать голды. Лобби. Так, Мейсон приглашен. Сразу давай. Так, закрываем захожу, моментально. Захожу, да. Так, закладку бомбы мы убираем. Делаем давай, командный бой, соответственно. Командный, да. Так, и ставим карту. Надо что-то интересное, надо что-то интересное. Я думаю, тренинг аутсайд будет. Или да, или так, вообще без разницы. Давай тренинг аутсайд на USPAC будет давай. Интересно. В прошлый раз у нас была арена, сейчас тренинг аутсайд. В общем, как в прошлый отлично, раз, 5 минут отлично. Тогда, да, начинаем. Да, давай, 5 тогда минут. Тогда я за контров, потому что, ну, USP испокон веков это было контровское оружие, поэтому я чисто для талисманности сделаю так. Ты заходи за террористов, и мы повоюем прямо с тобой сейчас, как карта загрузится. Ну, а вы, ребята, напишите в комментариях, нравится ли вам такой скин, какой бы вы взяли USP, если бы у вас была голда. В общем-то... Да, ребята, следующий этап керамбит голд. Да, следующий этап керамбит голд. Можете и здесь наставить 10 тысяч лайков, то если и здесь наберется 10 тысяч лайков, то в следующем видосе я куплю просто за 40 тысяч, даже не буду 30 ставить запрос. Куплю по максимально возможной цене, по сути, ну, минимальной из максимальной возможной. Это просто жесть. Но 40, ребята, это... как драгонлор купить в КС-ке, то же самое. Ну, блин, сколько, подожди, я даже сейчас посчитаю. Если у нас 3000 голды, это 2600, я покупаю с айфона, напоминаю, мне не получается с андроида купить вообще никак. Да, да, там дороже гораздо. 40 тысяч мы разделяем на 3000 голды. 3 же мы покупаем, да, за 2000? 3000 голды, да, за 2600 вроде. 13 умножить на 2600, да. 34600 рублей! О, капец. Ну, это вообще, Stand Up 2, просто... брат, это не КС, это в никуда, да, можно это сказать. Просто реально. Я потом его. Просто жесть. Ну, может быть, и продам, но я не знаю, мне прям страшно. Так, у нас ну, разминка. Подешевле запрос. Так, давайте сделать, я пока. Давай, не стреляй, что... не стреляй, пока пострю USP. Так, жалко, я не давай, могу тебе да. его скинуть. Да, опять ты не можешь скинуть. Но у нас это такой генезис, режим. Это генезис, ребята. Жесть. Ну, да. Но это все равно, это, блин, это классно, прям пушка. Очень круто. Я напоминаю, что у нас Мейсон играет с эмулятора совершенно другого. Я играю с Нокса, он немножко более такой тупой. Да. Но я постараюсь его выиграть все равно в любом случае. У него USP, как вы видите, 2 года. Там, типа. Ставка 400 голды, да. 400 голды, да, мы с тобой на 3 играем, просто в найди скин. Это не USP. Мне денег не хватило, брат. Так, все, я покупаю USP. Окей. Так. Так, тут менять надо постоянно. Так, оружие, господи. Обычно, дробаш в руках. Да, мне тоже нужно менять. Так. Все, погнали. Будем так, воевать. Так, 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 где ты? Опа, опа. Ага. Хэд прописал, нет? Нет, 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 не было хэда. Ой, хп мало, хп мало. Так. Не было хэда, не было, не ври. Ага, найс. Первый фраг за мной, отлично. 38, я тебе снял всего 38. Нормально, нормально. Я думал, ты в хп бегаешь.
Не-не-не, нормально еще бегаю. Спасибо. Ой, пропинговало у меня что-то. У меня тоже сейчас пропинговало нормально так, кстати. Опа-опа-опа! Опа, я целился в одну цель просто в точку, и у меня ни хрена не попало. Так, на респу не тушим, не тушим на респу, нет. А, окей, я же должен окей, скин да, менять, сюда, а ты должен. Не заходить, короче. Да, конечно. Ай! Сколько я тебе попал? Я же все попал. Нанесено урона ноль. Почему? А показано было. Видимо, да. А показано было, что попал. Как так? Так, окей. Ладно, 2-1. В твою пользу. Так, да, да, да. Ты меня решил разматывать. Ну давай! А-а-а! Блин! Я думал погибну. 36 хп и 69 брони. Я думал погибну. Ты погибнешь. Ну сложно мне этой мышкой крутить. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Ну сколько я тебе нанес? 51 всего! 50-51, да. Как так? На таком расстоянии должен был тебя убить. Ну ладно. Так, ты у нас снова куда-то залез, да? Ах ты делаешь-то, что там такое противное, козел? Я с читами играю. А, выкручай давай. Раз с читами. Думал убить меня, да, так? Блин, че? Думал, мне непонятно, где ты сидишь. Вот думал, непонятно, да? Как так? Что-то вообще урон через нее маленький какой-то. Да. Ну, кстати говоря, да. Да ё-моё, ты когда сдохнешь? Чего? А ты когда? Ой! 29 у меня хп всего. У тебя сколько? Я тебя столько раз попал. 16. 84, да, вижу. Капец. Ну, в любом случае, ты меня убил, и счет-то в твою пользу сейчас ушел. Пока да, пока да. Мы играем в Царь Горы, типа, я так понимаю, да? Может быть. Там у тебя очень мало хп, брат. Не, много-много. Да мало капец, у тебя через хп. Меня урон очень маленький, тебе скажу, ты мне Very по 3 маленький хп прям. По 3 хп прям, ты представляешь? По 3 всего хп? А если да, так? Да, по 3 хп снимал. А если в ногу? Ну раз по 3 хп, то хорошее укрытие для USP того, чтобы я тебя здесь размотал просто в хедшот. Найс. Выхожу вперед, ребята. Я в эту штуку стрелял. Хорошо, мне нравится этот USP. А ты где там? Спа вообще этот урон через эту деревяху маленький. Давай, опа, 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 опа. Да блин, что? Ну, вот здесь, конечно, легче хэд поставить, потому что я сверху нахожусь. Ну, тут может быть легче. Ой, как так, как так? На эту штуку. Это ты мне так быстро 22, нанес урон? 22, ты угораешь? Ты чё мне так столько сносишь? Так у меня USP вот мощнее, я наш дороже. Ты не понимаешь этого просто-напросто? Ну это да, на там урон. Это же дефолт, это дефолт тема. Вот, ты в ногу просто застрелил тебя, смотри. Ну ничего, ничего, ничего. Ты играешь-то? Посмотришь. А, ладно. 19 всего, в плечо что ли попал? Че за фигня? Может быть. Походу реально в плечо попал. А, по-моему, 19 сносит, я не знаю. Ой. Хедшот, чистый блин. Хедшот вообще. Что, ноль, я попал в тебя, прикол. Ты не засчитал, попал. Ну, показала, наверное, попал, тебе, что засчитал. Попал, но это пинг был. Да, видимо. Ах ты, ах ты, ах ты, председатель. Председатель. Блин. Сколько у меня пинг? 55. Пинг-то хороший, что? Вот это, блин, какой префайр был. Я реально на префайре вышел. И ты, блин, неудачно так вылупился. Вот этого юспа. Так что, ну, у нас оставание всего 3 фрага, блин, на USP это просто фигня тотальная, я сейчас считаю так. Да, опа, а опа. Где? Попасть не могу, блин. Ого. Блин, так давно. Ого, ого, ого. Вспомню, не часто играю. А с него, я так понимаю, глушитель нельзя, да, снимать? Я вот пытался все нажать, никак не снимается. Ай-яй-яй. Так, я тебе попал, точно сейчас было, видел. Я даже не попал, да, ты попал. 3 хп снял, снял вообще много, конечно. В смысле, ты за мной, что ли, бегаешь? Блин! Понятно, я понял, что это шоу это мы. Что, ты хочешь? Билли-виллимся. Времени-то мало осталось. Времени-то мало осталось, да, я тебя сейчас убиваю. Ну, мы можем плюс одну минуту, давай плюс одну минуту сделаем. Очень интересно играется нам. Плюс одну минуту, я считаю. На четвертой заканчиваем. Я за минуту могу тебя выиграть. Дополнительное время у нас, овертайм. Давай. Не-не-не, ты меня не выиграешь. Туды. На 2 очка я буду вести вперед тебя, давай. О-о-о-о-о, мысль, ай-яй-яй. Хорошо. Хэдшот нанес, но я тебе половину снес, поэтому это залог. Надо. Залог моего следующего фрага. Просто смотри и чекай. Так. Ой-ой-ой. На-на-на. Блин, о, как я просто навел удачно. Блин, а? Где? Реально, очень блин, удачно. Так. Ой, о-хо-хо. Сколько я тебе снес? Всего 18. Ну хотя бы сколько-то. Да-да-да. В следующий раз мне будет легче. 11-10, ладно. Идем, идем, идем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Как бы было жестко, если бы мы не убирали минуту, то ты бы, может, сейчас выиграл. Я вышел очень прицельно и сделал это просто найс. Ну это было хорошо, хорошо ты мне прописал. Да ты чё, ты чё не стрелялся, вообще размялся жестко. Я размялся, USP нормальное оружие, слушайте. Я еще не размялся на самом деле. Ты долго разминаешься, братан, надо было заранее, если ты меня хотел позвать. Я же тебе сказал, что USP увлю, мог поразминаться там. Ну да, да, да. В ногу, в ногу, в ногу, блин, ну вот так в ногу, как так-то? 7 хп. 7 хп всего. Как так?
Как так? Very bad. Ой-ой-ой. Давай, 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 Мейсон. Так. Ну как так-то? Я попасть не могу. Что за... Что за фигня? В смысле? О, хорошо, ты меня убил, да ну. Смысл? Какой вообще в этом был сейчас? 15 секунд, 15 секунд, ты в курсе? Блин. 13-13. Все, 10 секунд, 10 секунд. Как опасно, страшно. Давай, как опасно, страшно. Три. Почти три. Две. Одна. Ну все, ничья, брат. Где? Ну ничья, ничья, ну ничья, 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 ничья. Да, да, да. Ну слушайте, поиграли нормально. Погнали сейчас нафармим голды. В общем, надеюсь, у нас получится нафармить хоть сколько-то. Мы будем ближе к тому, чтобы купить керамбит голд. Пока что у меня вот такой вот керамбит голубенький. Но, тем не менее, сейчас погнали. Попробуем сделать больше голды. Погнали, погнали. Ну а мы в поисках голды зашли на стеди дроп. Вы попросили меня поиграть побольше в минера, почему-то не подкрывать больше кейсов, а поиграть в минера. Поэтому мы это и сделаем, да? На 2000 да, рублей мы поиграем, а на косарь пооткрываем кейсов. Примерно так мы сегодня распределим наши мне деньги. Мне кажется, это вообще имбовая вот эта игра. Да, и начнем мы со ставки в 400 рублей. Погнали, давайте будем минировать. Давай. Давай, главное сразу не обосраться. Вот мне тут всегда везет. О, вообще, всегда везет. Да. Как мне страшно просто, давай. Так. Найс. Окей, отлично. Вот это и забираем. Давай, забираем. Нет, так забираем, какой? Забираем. Забирай, забирай, забирай. Делаем ставку в 600, потому что мы выиграли 600, и поэтому ставим сейчас 600. Найс. Давай. 700 уже. Так, давай до 4. Найс. 4 раз оставь. Чтоб 2х был. Давай. Все, отлично, хватит, забираем. Отлично. Отлично, 1200, да. Так, забрал. Снова тогда 600 ставим, смотри. Давай. Погнали. Давай до 5, до 5, до 5 теперь. А здесь прям, блин, голда так горит, дойди до сюда. Вот я туда ни разу не доходил. Я не можем попробовать сейчас, но на меньшее количество денег. Не, так. Мне кажется, не получится. У меня вообще не получалось. Давай, никак. Давай, давай, только не бомба! Фа! Найс, еще вообще! Сколько мог, у нас уже денег? 4400, ну подожди. Обновим. Реально 4400? Хорошо. Быстро поднимаемся, быстро. Офигеть, офигеть. Предлагаю косарь давай зарядить. Давай, давай до 6, наверное, 6 раз ставь. Да, представь, нет, я косарь, 6 раз не дойду, ты чё? Раз. Ну, не знаю, уже 200, давай. Так, ты хочешь? Нормально. Забирай, не-не-не, дальше не пройду, просто. Жесть, просто, смотри, я вот если бы нажал дальше, всё. Да, реально. Там уже нереально угадать, 5400. Так, ладно, предлагаю поставить 100 рублей, да, и до конца дойти. Давай, давай. Так, раз. Два, давай. Давай, давай. Ну, я нажимаю прям упорно, она слушает. Да, да. Так. Так. Прям подумай, подумай сейчас хорошо, куда лучше ставить. Вдруг там вот бомба. Сюда. Давай. Мне кажется, нормальное место. Ну, давай. Нет. Ну, что так долго-то? Давай. Ты уже на 2.5. Да, я проиграл. Она только подумала, блин, братан, мы сейчас подложим тебе бомбу, а потом развернем. Слушай, последние результаты. Вон там, нифига, люди... я тут просто взорвал. Да, да. 11 тысяч игр за день, ну до хрена играют. 4 тысячи побед, 7 тысяч поражений. Офигеть, ребята. 94 поражения. Давайте, давайте, деньги. Так, что сейчас хочешь? Можешь еще раз попробовать до слитка. 2000 рублей. 2000, пацаны, только до третьей мы дойдем. С такой суммой. Вот дебил, вот дебил. До троечки. Все! Там так долго грузилось. 3200 забираем, пацаны. Да. Это жесть. Учитывая, что мы двух упали. 6500, 6500, 6500. Мы просто зашли, были. Было 3. А сколько у тебя было? 3 ровно. Ой, жесть. 3500 сверху. Жесть. Изи керамбит, пацаны, скоро изи. Так, что у нас? Давайте поставим снова 100 и попробуем дойти до конца хотя бы. Сколько там интересно? Ну, сколько мы вообще сможем? Давай. Вот на какой там взорвался? На 6-й? На вот X, где-то по-моему. На 5-й. На 5-й я взорвался. На 5-й. Дальше 4-й вообще не пока знаю. Не проходили. Ой. О, на 3-й взорвался. Уже на 3-й взорвались. Ни хрена жесть, себе. Реально. Так, капец. Ладно. Ну ставим 200 тогда. Повышаем. Что, 100 куда-то отыграть давай. Нужно? Ай. О. Так, давай. Раз. А, ты уже начал. Два. Три. Так. О, опять на 3-й. Нет, такая тактика плохо вообще идет. Все, все, перестало вести, мне кажется. Ну ладно, ладно, давайте кейс 3000, откроем, просто у нас 6 тысяч. Это жестко, блин, ну сейчас только кейс открывать, чтобы хоть что-то выводить нормально можно было. Так, тогда мы открываем на все бабки. Мне кажется, вообще можешь аркану открывать на изи. Стеди кейс, да, конечно, аркану, я сейчас сколько да, аркан выиграл? Да. 4 бесплатных открытия аркана, поэтому за 4 раза сразу открываем, да? О, ну давай, да, давай. Открываем обычно 3, на 3000 рублей сразу, просто крутим!
Представь какой-нибудь Трэшер Хантер. Я не знаю, что здесь может выпасть, но у нас три косаря было заряжено, что мы сейчас выиграли сразу в open case. Ну давай. Так. Next. Что? Нет. Это не так плохо. Сколько ты поднялся этого? Ну, как бы это сказать, 600. Маловато, да? Косарь, да. Я два косаря просрал здесь. Ладно. Давайте один разочек лучше сделаем это. И откроем быстро. Давай быстро его, да. Давай, откроем быстро за 777 рублей. 200 рублей снова. Окей. Глок. Так, открыть быстро снова, открываем. О-о-о! Что-то глоки капец. Посыпались, братан, но это а тоже. Может, ты их продаешь, потому Нет, я их не продаю, поэтому контракт, пацаны. Да. Так, кстати, контракт, я ножи еще с прошлого раза это не забрал, я забыл их забрать. Это хорошо, потому что это все ближе мы к Керамбиту Голду. Если вы не видели, как я выбил эти ножи и ВП Генезис, то обязательно посмотрите прошлый видос, там мне повезло. Стоп, а давай все пять вот этих вот глок. А, все пять хочешь? Да, ну да, давай сделаем так. На 1000 рублей было, прям, да? От 500 до 2 мы можем получить, но давай посмотрим, что мы получим. Нож! Найс! Уже один нож мы выносим. Найс, так. Так, это мы закидываем. И слушай, Генезис давай. Генезис я не хочу выводить, что-то он как-то слишком... Давай, поэтому посмотрим, что мы можем. Сука, не смешно вообще ни разу. Ладно, ну чтобы поднять побольше бабла, нужно поставить просто косарь вот на это минное поле. Да? О-о-о. Раз. А вдруг на третий взорвешься. Два. Опять. Три. Боишься? Четыре. Давай. Плес. О, найс, два косаря, все, забираем. Так, выиграли бесплатное себе открытие, соответственно, одного аркана кейс и одного стеди кейс. Давай, открываем быстро и смотрим, что там падает. Да! О, стутрек! Косарь! Хо-хо-хо! Вот это мы точно забираем. Это нормально. Точно забираем. Так, и открываем, мы знаете, что с вами? Стеди кейс за 290, steady, да. Steady. Откроем два раза сразу. Два? Ну ладно, давай. Давай, ладно, мы будем быстро открывать, будем открывать нормально, чтобы по-человечески. Открылся наш кейс стеди, покрутилась рулеточка, погнала она просто по-быстрому. Давай. Ножи есть, я вижу, и статреков много. Так, что там? Давай, показывай. Статрек АВП и статрек Дигл. Статрек, да. Ну, они такие дешевенькие. Ну, блин, ладно, да, согласен. За 500 рублей-то. Давай тогда откроем быстро, и это у нас... Опять то же самое. Короче, пацаны, я думаю, нужно закругляться. В любом случае, мы вышли в дикий плюс сегодня. Давайте посмотрим просто, что у нас там есть. Три ножа, которые мы заберем. Обязательно их обменяем на голду. Блин, чтобы быстрее получить керамбит голд, но это вообще до керамбита голда далеко. Долго. Генезисы, ну, давайте еще контракт как бы сделаем вот такой вот незамысловатый, да. Да. Давай посмотрим. Может быть, ножик-то и получим какой-нибудь. Давай. Трэшер Хантер, нормально. Неплохо. Нормально, как было, так и осталось. Отлично, в любом случае, у нас сегодня хороший улов. Ножик, Страговский Форест и Трэшер Хантер. Прям классно. Вообще рекомендую классно, играть в минера. Главное, не заигрывать. В любом случае, голды поднять легко. Это был Стади Дроп, это был Стендов 2, Такс и Мейсон. До скорых встреч, пока. Всем пока-пока, ребята.